Глава компании «Ресо-гарантия» миллиардер Сергей Саркисов с размахом отметил 18-летие сына. Потратил всего ничего, 12 миллионов. Гости все под стать имениннику, что называется, сливки общества. Вот, например, дочь бывшего президента футбольного клуба «Спартак» посетила день рождения Дианы Червиченко. Была также гимнастка Каролина Севастьянова, наследница знаменитого сценографа Бориса Краснова Дарина, ну и многие-многие другие. Гостей было так много, что для их суперкаров пришлось даже специальную парковку организовать. Давайте выйдем. Вот за... Проводим детство, студию, новую красивую жизнь. Но девушки будут занимать ваше внимание. Я передаю микрофон. Теперь это мужчина. И мне очень важно, чтобы сегодня вам все понравилось, чтобы было весело. Я надеюсь, что нам всем вместе будет весело, друг другу это помогает.